Началась церемония открытия с линейки воспитанников школы бокса. Как признаются тренеры, зал не ремонтировали с момента строительства спорткомплекса. Это уже почти 30 лет. Теперь у юных боксеров есть возможность готовиться к турнирам в комфортных условиях. После реконструкции данного зала желающих стало очень много. И действительно стало гораздо приятнее работать в этом зале. Действительно, зал обновился. После официальной части боксеры опробовали ринг и провели показательные бои. Очень хороший зал, мне он очень понравился. Ринг очень удобный. Тут новые снаряжения, куча также и тренажеров, также и около 20 груш снарядов. На торжественное открытие были приглашены люди, которые помогают развивать бокс в Сочи. Это депутаты, сотрудники Федерации бокса, администрации города и меценаты. Всем им вручили почетные грамоты. Ну и гости тоже пришли не с пустыми руками. Депутаты городского собрания Сочи подарили спортсменам и тренерам автомобиль, чтобы им было на чем ездить на соревнования за золотыми медалями. Игорь Тырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.